Всем привет, друзья! В общем, сразу говорю, это не влог. Это просто моя вечерняя тренировка, потому что на улице просто какой-то шлак. На улице просто ужасная погода. Идет снег, потом он тает, и везде грязь. Нигде нельзя снять нормальный видосик для вас. Потому что я уже, в принципе, знаю, что я буду снимать в дальнейшем. Это паркур, там немного моя тема. Я им немного увлекаюсь, поэтому ждите. Ну, не сейчас, где-то поближе к весне. А сейчас я, ну, скорее всего, буду снимать, пока плохая погода, я буду снимать дома, ну, или на улице. Скорее всего, больше буду снимать дома свои тренировки и чем я вообще занимаюсь. Так, а сейчас хочу сказать всем спасибо, кто поздравил меня с Нюхой. Хоть это было почти неделю назад, ну да, ровно неделю назад, но все равно спасибо, потому что меня поздравило очень большое количество людей. Спасибо вам. И себе на днюху я купил новый телефон. Не буду показывать марку. Вот. Чтобы не пиарить эту марку телефона. И мне брат подарил офигенный ноут. Просто он четкий. Вот смотрите. Да. Тут. Ну, в общем. Да. В общем, мне брат подарил ноут. Короче, сейчас я буду делать много всяких разных упражнений, а вы просто смотрите и наблюдайте за мной. You could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. Something that saved me all the time in my say, yeah. It surfaces when I'm breaking down, like a whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I got something to share. Сейчас я буду учиться стоять на руках, ну как бы я немного умею, но я буду учиться, чтобы нормально стоять. Не встать и упасть, а чтобы долго стоять. Просто понимаете, в этой комнате я боюсь зацепить люстру, и если я зацеплю, то будет полная жопа. Поэтому у меня сейчас немного не получается, да и я тут занимался, поэтому я немного устал. Ага. Ничего, сейчас еще попробую постоять на руках.
Ладно, я думаю, я на этом закончу. В общем, что я хочу сказать. Пока сейчас на улице плохая погода, я не могу снимать на улице влоги. Да и учеба, типа, по рабочим дням, каждый день. Только по выходным, да. В общем, ждите моих влогов поближе к весне. А сейчас, я думаю, буду пока заниматься вот этим. Но это не 100%. Может быть, и будут влоги. Я не знаю точно, понимаете? На улице непонятная погода. То идет дождь, то идет снег, то вообще ничего нету, холод, то солнце. Ну, вообще непонятная погода, поэтому, в общем, увидимся в следующем влоге или в таком видосике. Понятно? Жмите лайк, подписывайтесь обязательно, подписывайтесь на мой инстаграм, добавляйте меня в друзья ВКонтакте. В общем, всем спасибо за просмотр. До новых встреч! Я ныряю голым с головой в эту воду. Swimming pool, swimming, swimming, swimming pool, swimming.